Всем привет! Давайте познакомимся с неплохой партнерской программой. Эта партнерская программа основывается на образовательном трафике. То есть каждый из нас, наверное, или учился когда-нибудь, или учится сейчас в данный момент, и знает, что такое рефераты, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы. Все это как бы вещи, которые... с которыми сталкивается человек, который учится, обучается или обучался. Вот так, есть такой сайтик заочник.com, который предоставляет все эти услуги, то есть он за вас берет их, пишет эти самые работы, контрольные, дипломные, курсовые и все остальное. Конечно, это все за денежку, но также этот проект предлагает партнерскую программу, по которой вы можете распространять ссылочку или кодик, благодаря которому вы, то есть люди, которые будут по этим ссылкам переходить, будут получать дополнительную скидку на тот или иной проект. Вы, в свою очередь, будете получать бонус за то, что вы привели нового человечка. Также там предоставляется код скидочный, который вы также можете раздавать всем или в соцсетях, или, допустим, ходить по вузам, или направлять их на этот сайт. При помощи этого кода, это скидочный код, который дает возможность человеку, который перейдет, получить скидку, а вам, благодаря уникальному коду, получить бонус. Вот, в принципе, все, тут ничего тяжелого в этом нет, а штука очень интересная, потому что очень часто бывает, люди работают, где-то задействованы, а тут бах, на голову свалилась сессия, куча курсовых работ, дипломных, да еще какие-то, может быть, хвосты, рефераты надо принести. Этот сайт помогает, в принципе, многим с этими вопросами справиться, тут достаточно профессиональная группа собрана, которая пишет эти работы, хорошая. Вот он так выглядит, этот сайт. Служба поддержки, всегда можно обратиться, они помогут. Да, если надо будет доработать работу, они доработают, учитывают все полностью нюансы, которые вы предоставляете им перед началом написания. То есть штука очень интересная. Она как для лентяев, которые вообще не хотят работать, так и для тех, кто просто занят очень и не всегда успевает все делать. Вот видим тут сумму, дипломная работа 10 тысяч рублей от 10 тысяч рублей, контрольная работа 100 рублей, курсовая работа 2 тысячи рублей, отчет по практике 1900 рублей. Ну, короче говоря, много разных функций, куча разных предложений. Сайт вот такой вот, в принципе, выполнен достаточно просто и мобильно. Все здесь есть, элементарно распознается, ничего тяжелого. В поиске нет. Вот если вы заказали работу, у вас есть, вбиваете электронную почту и номер заказа. По ней вы ищете свою работу и смотрите, готова она или нет. Статус ее, этой работы. И есть он 7 дней в неделю. С 9 до 22 часов есть многоканальный телефон, которому вы можете связаться с администратором, который уже вам поможет решить проблемы. Вот, давайте посмотрим о самой партнерке. Как ее найти? Видим, что здесь не так-то ее просто найти. Заходим о компании. Вот, нажимаем. Опускаемся чуть ниже, видим тоже колоночку о компании. Здесь мы видим партнерскую программу. Партнерскую программу. Вот, как раз таки по партнерской программе здесь есть материальчик, с которым можно ознакомиться. Ссылку, которую я вам уже говорил, которую можно распространять. То есть, если у вас есть сайт, вы можете отдельно сделать какую-то колонку по этому сайту. Если у вас есть какие-то форумы, вы можете их посещать и давать эту ссылочку. Если форумы образовательные, я думаю, масса в интернете, вы туда заходите и предлагаете людям сделать работу, что компания занимается качественными работами и выдает гарантированный результат хороший. Даете ссылочку, люди переходят, получают, платят денежку, получают заказанный материал, а вы получаете бонус на этом. То есть больше приводите, больше зарабатываете. Вот, смотрим дальше. Вот, зарегистрироваться и стать партнером компании «Заочник». Становимся, зарегистрируемся, переходим. Перешли и видим вот такую вот форму. Ее мы заполняем.
я заполнять ее не буду. Тут уж проще пареной репы. Думаю, каждый с этим справится. На 5 баллов. По крайней мере, здесь хотя бы. Вот. Тут 3 шага. После этого вам приходит письмецо на почту. Там вы крутите, вертите, подтверждаете, переходите опять на страничку уже с подтверждением, что вы партнер. И дальше попадаете в свой кабинет личный. Давайте сейчас это я проделаю, потому что я уже зарегистрирован. Давайте я вам покажу, как это все выглядит. Вот так выглядит кабинетик. Сразу видим, что в шапке есть горячая линия. Ваш код на скидку. Вот так вот он выглядит. И ваша ссылка. Вот ссылочка. Видим. Все это сверху. Я не знаю, с заменой, сменой дизайна, как она будет быстро, скоро случиться. Это возможно. Всегда меняется дизайн. Людям не сидится на месте. Компания тоже, я думаю, развивается. И чтобы не примелькалось все в одном фоне и типе. Скорее всего, чаще всего, с целью продвижения маркетингового хода вот этого, бывает меняет дизайн. Поэтому пока вот оно в шапке все находится. Поэтому найти несложно, но я думаю, люди разумные, если не будут сильно прятать ваши ссылочки. Тут разные новости всегда показываются для партнеров. Вот, заказы моих клиентов можно будет посмотреть. Заказы к оплате есть также. Оплаченные мне заказы. То есть вы можете сами здесь заказывать по своей ссылке. То есть тут тоже будет взаимозачет какой-то. И вам проще. Вы будете работы какие-то получать, делать. Ознакомитесь, познакомитесь с сайтом. Ну и также среди своих друзей, если вы учащийся в данный момент человек, школьник или студент, то вы можете распространять тоже эти работы, эту ссылку на этот сайт. И люди будут, в принципе, я думаю, рады, что есть такая функция. То есть не где-то на стороне делать, а делать у профессионалов. Такой вот сайтик. Все тут элементарно и просто. Самое главное, что очень востребовано, потому что студентов хватает, школьников тоже пока еще хватает. И не каждый может и не хочет заниматься вот этой работой, изготовлением, самостоятельным изготовлением рефератов, дипломов, курсовых, контрольных работ и так далее. Поэтому чаще всего обращается к каким-то сторонним базам, к сторонним вариантам. Там могут быть какие-то старшеклассники, которые делают, а потом говорят, что извините, я больше этим заниматься не буду, и на полпути могут сдать работу или просто кинуть, не сделать, а деньги взять. То есть всякое бывает. Бывает, конечно, и попадаются и хорошие, и доброжелательные, и правильные люди, которые сделают и еще и помогут в дальнейшем. Ну, вот это как раз та золотая середина, когда вы можете заказывать и ни от кого не зависеть, грубо говоря. Ну, что, я думаю, тут все понятненько. Внизу будут координаты на этот ресурс. Будет ссылочка, вы сможете по ней перейти. Также будет внизу сайтик, на котором будет более подробная информация, все изложено. Также там будет ссылочка, по которой вы можете перейти на этот ресурс. Это уж кому как будет удобно. Если видео понравилось, ставим пальчик вверх, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч, пока!